показать город и его жителей, рассказать обо всем, что волнует и интересует каждого. Пожалуй, это и есть основная цель телеканала ПС. Телеканал ПС входит в состав медиагруппы «Правда Севера». Вещает 24 часа в сутки в кабельной сети АТК и в интернете на портале правдасевера.ру. Сессия областной думы с горячими обсуждениями повестки дня, дискуссионные круглые столы из информационного агентства «12-Inform». Чемпионаты по хоккею с мячом в прямом эфире телеканала. В год своего 90-летия, в день, предшествующий торжественному мероприятию, «Водник» одерживает прекрасную яркую победу со счетом 11-5. Онлайн-концерты, шоу-программы, выступления любимых коллективов и артистов, а юбилейные торжества из театра драмы, конкурс красоты в прямом эфире или соревнования по спортивному бальному танцу. Согласитесь, за всеми этими событиями интересно следить без купюр в режиме онлайн. И, конечно, ежедневная информационная программа «Панорама Севера». «Панорама Севера» – это не только новости Архангельска. Мы сотрудничаем с нашими коллегами из Котласа, Мирного, Новодвинска. Вопрос дня. Новостной дайджест, народные новости, рубрика «Редкая профессия», погода, курс валют, обзор прессы, анонс прямых трансляций «Открытый город», постоянные рубрики «Панорамы Севера». Все, что касается каждого, все, что имеет значение, мы обсуждаем с нашими гостями в программах «В центре внимания», «Вопрос юристу», «Такие дела», «Вопрос священнику». И это только начало. В 2015 году, на втором году своего существования, наш телеканал будет развиваться в этом же русле, в сторону телеканала прямых трансляций, в сторону так называемого народного телевидения. Это очень интересный новый формат, он отличается от всех привычных форматов федеральных телеканалов, например, тем, что он более живой. Он показывает людей, таких как вы, тех, кто ходит рядом с вами по вашим дворам, по вашим улицам. И что самое интересное, любой архангелогородец, любой житель Архангельской области может стать героем нашего сюжета, и не только героем, но и автором, творцом сюжета. Потому что мы планируем развивать вот это вот направление телевидения шаговой доступности, как мы его называем, и будем обязательно привлекать так называемое домашнее видео, то, что вы снимаете сами у себя в семье, со своими друзьями. Мы будем использовать ваши материалы для того, чтобы делать новые интересные программы и вводить в наши сюжеты новых интересных героев. Каждый день будем открывать город вместе. Всегда ваш первый городской круглосуточный телеканал ПС.